надеется, откроет вам двери все в Европе, которые вы захотите открыть. А во-вторых, вот вы сегодня в этих замечательных мантиях. Это первый случай, когда наши бакалавры церемонию вручения дипломов встречают в мантиях. Это тоже, по-моему, значительный. Означает, что вы не просто теперь люди с высшим образованием, а это уже очень хорошо и важно, а вы имеете ученую степень бакалавра. Бакалавр — это солидно, это очень гордо. И ваша степень бакалавра переводится теперь на английский язык и признается во всех европейских университетах. Что мы знаем по опыту, потому что бакалавры наших простых лет многие поступали в успешные магистратуры других стран, очень хорошие университеты. Ну, дорогие друзья, дорогие коллеги по ученым степеням, очень рад, что мы преодолели этот трудный путь, что 4 года позади, что можно уже немножко отдохнуть, перевести дух перед следующим этапом. Следующий этап, я думаю, у вас будет, потому что, несмотря на то, что очень хороша степень бакалавра нашего университета, я не боюсь этого слова, это самая весомая степень бакалавра экономики в нашей стране. Но мы знаем и мы гордимся тем, что наши выпускники любят и умеют учиться. Учиться вам предстоит всю вашу жизнь. У нас, как вы знаете, хорошая магистратура. С удовольствием будем ждать вас на соответствующих испытаниях и на собрании первокурсников магистратуры в сентябре, в конце августа. Но есть магистратура и в других уважаемых вузах российских и зарубежных, куда вы тоже имеете возможность поступить. И вообще, как вы знаете, процесс учения у нас теперь идет всю жизнь. Я уверен, что именно вы, на вас можно быть в этом смысле спокойными. Вот самый весомый комплимент, который я получал от работодателя, это то, что ваши выпускники хорошо умеют учиться. Мне кажется, что если мы вас научили этому, то мы уже не напрасно все эти 4 года провели вместе. Итак, наступает пора вручения дипломов. Значит, у нас сегодня 2 этапа. Сначала получат дипломы те, кто уже может получить сегодня. Затем мы поздравим с окончанием бакалавриата и пожмем руку тем, кто еще пока не может получить дипломы, потому что еще и пока хочет получить звание лейтенанта запаса. Вот это, этих ребят вы тоже очень рады здесь видеть. Да, именно запаса. Да, мы хотели бы, чтобы это были лейтенанты запаса. А пока надлежите мне приступить к вручению дипломов нашим отличникам. Студентам, которые, несмотря ни на что, получили красный диплом нашего университета. Наш красный диплом не считает красным дипломом многих других вузов, которые я хорошо знаю, потому что мы придираемся, мы спрашиваем строго. И те, кто в итоге смог заработать такой диплом, безусловно, заслуживают всяческого вашего одобрения. Я хочу вас поздравить с тем, что ваши дети, закончившие нашу кафедру, как всегда, были замечательные, очень оригинальные, очень интересные. Поэтому мне кажется, что вы, как родители, наверное, выдержали двойной экзамен вместе с ними. И я с удовольствием бы вручила вам ваши красные дипломы, если бы это было предусмотрено нашим регламентом. Даже независимо от того, что, возможно, в этой стопке больше нет красных дипломов, они уже были вручены. Я хотела бы прежде всего пожелать вашим детям и нашим теперь детям общим безусловных успехов. И я абсолютно уверена, что они у них будут, потому что так уж складывается, тьфу, чтобы не сглазить, история выпуска нашей специализации. Пускай она остается у них в памяти, в сердце, в их знаниях. Пусть они движутся в рамках этой очень интересной профессии,
Пускай они сумеют там найти свое совершенно уникальное место. Пусть они не забудут о том, какой вклад вы внесли в то, что они теперь достойно ее совершили. И пусть, конечно, они сохраняют связь с нами. Всем желаю успехов жизненных и успехов личных. Вы теперь все уже в такой полосе вашей жизни, когда вы должны еще порадовать ваших родителей тем, что вы проявите определенную зрелость при решении совершенно личных, очень индивидуальных, очень персональных вопросов. Я желаю вам хороших семей, замечательных детишек. Пусть все это будет в вашей жизни, чтобы вы сумели это сочетать не с тем, к чему вас призвал наш уважаемый декан, потому что вам надо продолжать учиться лично. Это правда. Но тем не менее, вот эту правду надо суметь сочетать с тем, чтобы построить в своей жизни очень важную сторону. Выстроить семьи, воспитать детей, потом детей, их детей, и детей, и детей, их детей привести сюда, чтобы они учились у нас на нашей специализации. Я хочу, во-первых, поздравить вас. Меня попросили об этом большинство преподавателей нашей кафедры. Наверное, вы все попросили, со всеми я виделся в последние дни. Особенно, в том числе, Демид Борисович Ершова. Наши выпускники специализации мат-методы. Мы очень рады за вас. Я уже вам это говорил на защите. Вы очень нас, этот выпуск, порадовали своими крепкими, а главное, самостоятельными работами. Я хочу поздравить также тех красных выпускников, которых поздравлял Владимир Сергеевич, и тех ребят, которые еще предстоит доказать свое право уйти в запас и только после этого не получить диплом. И также хочется добавить, что у вас сегодня есть еще третья причина, по которой вы первенцы. Но, правда, не знаю, навсегда ли нет, в этом останетесь навсегда такими. Вы первые выпускники Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Это уже четвертое название нашего университета. С каждым разом оно все длиннее. Но мы надеемся, что вот этот рост сопровождается очень важным вкладом в повышение вашего уровня, уровня знаний, которые вы получили, уровня навыков и, самое главное, уверенности вас в вашей дальнейшей судьбе. Пойдете ли вы в аспирантуру, пойдете ли вы работать, пойдете ли вы еще куда-то, мы надеемся, что этот фундамент останется у вас на всю жизнь. Я хочу два слова о грустном. В прошлое воскресенье я встречался с моими коллегами по выпуску. С тех пор прошло уже 40 лет. Мне самому трудно это поверить. У вас это еще впереди. Так вот, сейчас с высоты этого возраста я точно знаю, эти лучшие годы жизни, которые вы провели, и, может быть, еще проведете в стенах высшей школы. Поздравляю вас! Дорогие друзья, дорогие родители, ну я всех выпускников поздравляю с окончанием бакалавриата. Это грандиозная веха в вашей жизни, которая открывает путь еще более блестящий этап, когда вы уже сможете в полной мере реализовать свои таланты вкупе с теми знаниями, которые получили, обучаясь в бакалавриате. Ну и, конечно, отдельно хочу поздравить выпускников нашей специализации «Прикладная экономика». Ну, для нас они уже не просто выпускники, мы за год стали с вами практически родными. И мне кажется, за этот год, что мы с вами были вместе, мы не только многому научились, и вы у нас, и мы у вас, мы просто еще неплохо провели время. С вами было очень весело всем вам, и я надеюсь, с теми, с кем вас встретимся в магистратуре, будет не менее весело. В общем, друзья, желаю вам всего самого хорошего, у вас потрясающий творческий потенциал. И помните, что не важно, что цвет дипломов синий, это корпоративный цвет Высшей школы экономики.
реализации недосознания, а еще вот, я думаю, заплавок. Вы сможете в жизни горы свернуть, и все у вас будет прекрасно. Так что желаю вам творческих успехов, успехов в карьере и в личной жизни. У вас для этого все есть. Еще раз поздравляю вас. Спасибо вам за то, что нам тоже поступает очень интересное дело. Специализация «Банковская Дена», Павел Ильич Бондарчук. Поздравляю с сегодняшним праздником, когда мы шли сюда в учебник Думы, и смотришь на лица, радостные лица наших выпускников, радостные лица их родителей, понять, и действительно ощущается праздник. Поэтому с праздником вас, дорогие друзья. Пару слов хочу сказать, потому что мы все дожили до этого звездного часа, особенно будем говорить им, и родители детей, да, они переживали, наверное, больше, чем сами дети, наши выпускники. Поэтому еще раз я всех поздравляю, желаю удачи, здоровья и счастья, и дальнейших успехов в жизненном пути. Осталось наш поток, наверное, самые терпеливые, те, кто знает, что на финансовом рынке очень часто необходимо долго ждать, пока рынок выстрелит. Вот мы дождались, мы сейчас выстреливаем, вы получаете заслуженные свои результаты. Когда начали обучать дипломы в других специальностях, я сначала немного обиделся, обучалось так, что не последний. А потом я понял, как речь философская, что вся экономика базируется на эффективности финансов фирмы, дальше через эффективность институтов, эффективность методов, приходит к эффективности финансовых рынков. Так вот, от экономики финансовых рынок до финансового рынка, это и есть то расстояние, которое вы прошли за сегодняшний день. Сегодняшний день ваш знаменателем ночи. Ну, конечно, то, что наконец-то 4 года мучившись, выходите на свободу, не свобода относительная, выступаете уже в полноценную жизнь, и на вас возлагается самое страшное – право выбора. Возможность выбрать. Теперь вам выбирать свою судьбу не родителям, а именно вам. Как вы воспринимаете свою судьбу? Это уже ваше почтение. Но ваш выпуск, он завершает определенный этап развития нашей школы, о чем уже говорили, что теперь мы персональные следовательные системы. В этом, наверное, в качестве ваших работ, как у самых, так и дипломы, и проявившие инвестиции. И вы исследуете, а не какие-то практические работы. То, что вам сегодня вручаются дипломы не только наши российские, но также и европейские дипломы, не европейского образца, а именно европейские дипломы, занумерованные комиссии европейские. Каждый диплом имеет свой уникальный номер. Этим признается качество вашего подготовки. Учтите, что вы первые в России высшее учебное заведение, которое получило право выдавать дипломы. И этим подтвержден, правда, еще, наверное, не очень хороший факт о нашей школе. Уже долго многие наши выпускники успешно учатся и работают в Европе, без всякого получать официального признания диплома. Вышкинские дипломы уже давно признают себя в качестве образования европейских стран и европейских компаний. Некоторые студенты нашей специализации, не дожидаясь получения дипломов, уже сдали экзамены на престижные магистрские европейские программы. Им не надо было даже дипломы сдавать. Они и так сдали экзамены, и они так перейдут на учебу. Это очень впечатляет нас сам. Что умные ребята уезжают, конечно, за них радостно, но обещаем, что потом, как правило, Россия не возвращается. Ну ладно, Европа будет расти нашими талантами, как и весь процесс. Ну а сейчас, ну, примите, естественно, мои пожелания вашей счастливой жизни в дальнейшем. А это означает, что очень умные и терпеливые ребята. Это очень важно. Кроме того, должен сказать, что вам очень идут эти мантии. Вам так идет академическая карьера. Что остается пожелать? Только удачи и хорошего отдыха. Счастливого пути!